Ну прикольно, мне понравилось. Она лучше, чем печенек стоит, нахрена. Ну, по моим ощущениям. Так его на низком давлении даже не ломает из-за этих бревнышек. Хорошо. Ну, кстати, да. Оно очень круто. Давай крена покажи еще. Вау. Вау. Снял? На мост. Снял? Да. Ну что, можешь эскимосить? Вау. И еще раз на бис. Вот так-то. Даже ты не рабочий устал. Но волнобой так не становится. У волнобоя какая-то точка невозврата, непонятно. Все кренится до какого момента, а потом просто непроизвольно падает. Да, он на хрена лучше волнобоя стоит. Волнобой уже ложится где-то вот тут. Прикольно. Попа, да, сухая абсолютно. Интересно на нем в волну, конечно, походить. У него такой он острый. То есть, да. Ну, сейчас я съезжу. Ну что, тебя туда, может, это скинуть прямо с этого, давай. С большого? Да, его, Кость. Ну, куда-нибудь, да, сам куда-нибудь нос садись, поперек его положи. Мне страшно, я в такой херне еще в Лосево не катался. Вот насколько я себя комфортно чувствую вот на такой лодке, сейчас ужасно некомфортно просто, блядь, ужасно некомфортно. Едешь просто нахрапом, короче. И особо не паришься по течению. Yeah. Страшная дичь. Страшно будет вот там. А тут такая фигня была. Я просто вижу, как его закусывает. Я так как знаю воду. Я удивляюсь каждый раз, почему мы выезжаем, блядь, из этого. Закусывает и закусывает, хрен ты. У него каждый раз вот этот борт. Все-таки 250 килограмм тяги, это 250 килограмм тяги. Вот сейчас у нас были все шансы. Да, забавная штука. Я, в принципе, даже десантироваться могу. Попробуй. Так, камера пишет. Гори. Бегает, пишет. Ну, первый пошел. Морские котики. Работают морские котики. Эффектное появление. Слушай, прикольная лодка. Бля, охеренная лодка. Прикольная. Итак, тест номер один. Мы находимся в Лосево. Вон он мост. Вон он Дима на волнобое. Кстати говоря, на волнобое. Замечательном волнобое. Купленном еще по антисанкционной цене. Но времена, к сожалению, ушли. А я на новейшем... Как он называется? Марабой, да. Мы не знаем его точного названия, но это марафонец с дном от волнобоя. Вот такая канавка характерная. Ну, вы прекрасно все это знаете, уже 100 миллионов раз видели. И моя задача сейчас проехать Лосевский порог и просто таким поверхностным образом оценить его качество. Пока что по скорости он едет точно замечательно, по управлению он точно замечательный. Ну, а как себя поведет на белой воде, сейчас увидим. Первое, что я делаю, траверс на тот берег. Thank you.
Второе я сейчас пройду под автомобильным мостом и заеду в сбойку сразу после моста в Улово. Следующее, выезжаю из Улова на Струю и делаю траверс на тот берег. Поехали. Траверс хороший, валы не кусают. С этой стороны выезжаю на Струю. Траверс из-под автомоста на правый берег. Так, ну и выезжаю тогда сейчас на валы и еду до жандарма. Могу. Давай ближе к жандарму. Давай, пошел. Залезу. Да не, залезу. Ну что, нормально? Да, слушай, записывай меня. Я сейчас прям прямая трансляция. Не просто круто, а очень интересно и круто, но есть нюансы. То есть вот эта длинная корма по сравнению с Покрафтом, она чувствуется. То есть, ну просто хозяин этой лодки должен будет иметь в виду, что она есть. Я с непривычки еду так, как будто ее нет, она немножечко подкусывается. Но вот уже на выходе сейчас под жандарме серфит, она просто восхитительная. Траверс на ней получается любой, в отличие от некоторых покрафтов. Ну и чувствуется динамика по сравнению с тем же с волнобоем. Динамика, да, существенная. То есть таки быстрее и шустрее. Она, да, она быстрее и шустрее. Мне было страшно на этой лодке. На этой? Да. На этой. Так на покрафте мне кажется. Ну, так вот. А
тут я вижу, он едет прямо туда, куда не надо ехать, а просто за счет посудины оно нормально там. Так, да, я специально особо легких путей не ищу. Можно рядом, но там можно винтом. И у меня футочка.